1915 год – это год наиболее трагичный год с точки зрения больших количеств жертв, особенно в контексте Первой мировой войны. Как я уже говорил, шла Первая мировая война, и значительная часть действий этой Первой мировой войны пришлась на нашу предыдущую родину, Османскую империю. В этой войне погибло порядка 20 миллионов человек. И особенно хочу подчеркнуть, что погибли представители многих народов. Это и турки, и армяне, и греки, и представители российского народа, немцы, представители балканских народов. Мы полностью разделяем горечь этих трагических событий. Позиция, основанная на том, что в этих событиях пострадал исключительно один народ, и постоянно делать на этом акцент, считаем, что этим подходом злоупотребляют. Ну и, конечно же, если каждая страна будет вот таким вот образом извлекать, сеять вражду, используя те или иные исторические события, к чему придет наш мир. Здесь также нужно сказать, что если каждая страна начнет использовать исторические факты в политических целях, то мир придет просто в упадок. Ведь посмотрите на, пример приведу, Европейский Союз. Многие страны десятилетиями, а то и в течение 100 лет вели между собой войну. И эти страны, причем, которые в настоящее время имеют откровенно дружеские отношения и образуют хребет Европы. Применительно говоря о геноциде, нужно сказать, что это правовой юридический термин, не имеющий ничего общего с политикой. Есть соглашение, соглашение 1948 года о противодействии препятствий геноциду, где четко определены элементы геноцида. И, конечно же, без четкого правового решения обвинять страну в совершении геноцида, конечно же, это недопустимо и неприемлемо. Ну и, конечно же, ошибочно, когда парламенты используются в качестве инструментов в таких вещах. Ведь если ситуация придет к этому, если каждый парламент начнет принимать решения такого рода, ну, к чему мы придем? Ответ очевидный. Ну и отдельно хочу сказать, что религиозные деятели, которые выступают не с миротворческой риторикой, не имеющей отношения к миру в связи с этими событиями, конечно же, это тоже очень ошибочно и неприемлемо. Ну и, конечно же, совершенно недостойно использовать, особенно в тот период, когда происходит рост ненависти, экстремизма, дискриминации, использование подобной риторики, которая не имеет ничего общего с обеспечением мира, конечно же, это не способствует укреплению мира и процветанию.